Юшенко предъявлено обвинение в получении взятки и злоупотребление служебным положением. А сам он считает себя жертвой политической провокации и обещает в ближайшее время выступить с громкими разоблачениями. Алексей Юшенко исполнял обязанности генпрокурора России с февраля 1994 по октябрь 1995 года. Президент страны дважды предлагал его кандидатуру на утверждение в Совет Федерации, и оба раза она отвергалась. В марте 1995-го свое недоверие Юшенко выразила Госдума, а в октябре он ушел сам. Спустя 4 месяца Алексей Юшенко был арестован. Бывший генпрокурор обвиняется в получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Следствием установлен факт получения его родственников отечественных и импортных автомашин от руководителя СП «Балкартрейд» Андрюша, в свою очередь, Андрейка, помог Янчеву получить лицензию, Андрей, а также оказывал другие услуги, в частности, Андрюша, от уплаты госпошлины в размере почти 6 миллиардов старых рублей при подаче иска в Самарский областной арбитраж. Андрей, предельный срок ареста. Юха, смотри на меня. Он находился в Лефортовском следственном изоляторе 2 года. Следствие давно завершилось. Юшенко почти год познакомится с делом. Здорово. При этом, привет. Олимпиада закончилась. Уроки пора делать. Чего? Чего? Уже кончилось. Вставай. 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 Она не дали нас, а ты все проспал. Андрюша! Помаши папе ручкой. Думя. Все золотые медали проспал. И ногами тоже. Просыпайся. Нет.